У меня есть все самое лучшее, что может дать жизнь. Бабки, бабло, бабосики, лавандос, филки, капуста, кэш. Я ей не радуюсь. Надо мыслить позитивно. Опять людям мозги засирать поехал. Это называется бизнес-тренинг. Итак, мы жаждем перепрошивки разума. Кто такой успешный человек? Это тот на Мерседесе. Это тот с деньгами. Можно просто пусти из учебников дергай. Печалька. Почему? Что, почему? Ты пулю в брюхо получил. Почему ты такой радостный? Хорошо, что не убили. Где? Сука, предел. Ну, это, наверное, если овощ. В жопе? В смысле, я овощ. Ну, кстати, там ведь и мозг не работает. А если мозг не работает, тогда и, в принципе, пофиг. Нанимаю тебя в качестве своего личного коуча. Я веду мотивационные уроки вашего мужа за 1500 в час. Доллар? Рублей. Понимаешь, я так ненавижу этого ублюдка. Бесит. Лучше проститутку скажу. Если он хочет сделку с тобой, я хочу, чтобы этого не было. Выйдешь и застрелишь его. Господи, Элеонора. Господи, Элеонора. Ничего страшного. Просто такое приключение. Ты какой-то странный сегодня. Больно. Изменения — это всегда больно. Аккуратно с зубами. Я постараюсь. Лучший мой тренинг.